Всем привет! Сегодня у нас 8 мая 2020 года. Подписчики просили, чтобы я снял видео про обработки винограда, когда и чем я обрабатываю свой виноградник. Ну, в принципе, это видео чуть не по теме. У меня канал про сад, но можно снять, показать, чем я провожу обработки, поделиться своим опытом. Раньше было много винограда у меня. Вот шпалера, тут шпалера. Там шпалеры были, тоже их поубирал. В связи с тем, что очень большая конкуренция на рынке. Продавать его за копейки, как бы, неинтересно. Оставил конкретно для себя, для своей семьи. То есть, чтобы виноград не продавать. Это у меня тут на участке, на другом участке есть немножко. И технические сорта для вина мы оставили. Ну и столовые сорта вкусные. Так, чем же я буду проводить первую обработку? По вегетации. Как только я открываю кусты виноградные, сразу же по лозе прохожу железным купоросом или медным купоросом от грибков. Потом уже идет первая обработка по вегетации. Вот примерно в это время, то есть начинают сразу отрастать 5-10 сантиметров паганы, некоторые 15, я провожу первую обработку. Первая обработка проводится от клеща и от болезни мильдью. Препаратами буду вот такими вот работать я. Вот Redomio Gold и Vermitec. Вот эти два препарата смешиваются в один бак и проводится обработка по виноградной лозе. И потом уже через некоторое время будем проводить вторую, третью, четвертую обработку. В принципе, где-то около 4 обработок я у себя на винограднике провожу за сезон. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.